О, смотри, не получился заброс. Третий раз туда, Саш, и... Ну, сейчас другой воблер, так может... А что ты же? Она же отдохнула. Ей же жрать хочется. Ага. Она прямо аж гнулась, бах. Мимо, бац, бац, и мимо. Так, точно так же Женя. Пришел мы за водой, а он спинник с собой взял. Он бросает, у него раз сход, два сход. Мы такие, мы за водой пришли. Так что, Женя, отдыхай, да? Да, пока что, да. Ну, и подсака не было все равно. Ну, он как бы типа, о, рыба-то есть. Есть рыба, есть что. Как-то берем. Со второго заброса сразу же, бах. И с третьего тоже. Вот другая. Очень сильно на какой глубине она берет. Ты как, где-то глубоко заглубляется? Нет. Трава везде-то как-то глубоко. Куда травы-то набрала? Сейчас вроде не должно быть. Тина. Если сядем, то покидаем. Сейчас, подожди. Ну давай, кидай. Я думаю, сюда задний крючок надо поменять. Ну, поменяй, пока не поздно. Тут ты уже столько наотпускал. Да есть? Есть. Ну, все, меняй. Притормози тогда что-нибудь. Спишь. Большая. Но, так скажем, для закона палочек. Где ты там? Не прошла всю чечью. Прокончик, да? Ну да. Да, такая.
Ох, она. Ой, блин. Целовальная. Целовальная. Ну что, никто не отменял. Подержал в руках, поцеловал, отпустил. И закон Павлыча. Соблюстил. Да, может быть, она уже не первый раз это сам этим занимается с нами. Целовальными-то. Да? Не сильно хоть, нормально? Не сильно. Ну, очень нормально. Пусть лечится. Стоматологу сходила. Поцелуй еще разочек. Надо ей жабры поправлять, когда вы ее вынимаете, жабры раз это самое сжимаешь. Уйдет, уйдет. Сейчас отнимается. Отпусти, отпусти, все, сейчас уйдет. Все. Все, 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 все. Хорошо пошло, хорошо отлёмывается. Кто-то мне в ухо залез. А, такая. Ну, еще раз говорит о том, что рыба тут есть спортивная. Целовальная, блин. Ну, как мы уже назвали, целовальная. Целовальная. Так вот такая же прыгала. Сейчас поправим ей жабры. О, какая. Ой, что ее не надо поправлять жабры. Просто целуем. Просто целуем. И отпускаем. У тебя хорошо держала, да? Вообще. А так она... Она у меня в руках вообще. Она ж меня вон на воблера посадила. Ладно, подержал рыбу, блин, в руках. Если кто-то выйдет на берег, ты не бойся, это медведь, он где-то рядом. Похоже, что вот это овсяное поле их не работает. Это далеко? Да рядом вот тут. Мы же оплываем наш дом. Просто на каком берегу они, этот медведь. Ты не чувствуешь запаха? Ну вот. Есть ком, а у тебя подсак у тебя. Ну, наверное, сам. Маленький, маленький. Ты, может быть, сам. Вот это у нас просто, да, это у нас. Тренировка. Целовальные щучки. Опа! Я тебе говорил. А нет, она, блин, более. Тебе придется еще и этот самый, блин, воблера протаскивать. Ну да. Живи. Хорошо ушла, хорошо пошла. Сигарета она для того, чтобы комариков отпугать. Чисто. Я должен. Ну ты как бы типа должен мне сказать, где камушки. А тут не видно там. А где твои волшебные очки? И вот, прямо, мы, прямо, иди, да. И вот прикинь, мы тут пешком шли, тащили, просто тащили месяц назад здесь лодки. Вот здесь за камнем где-то должна быть. Я говорю, что тут... Это мы недавно целовались, хватит.
даже уже хотел ее дернуть, чтобы она цепилась сама. Что ты когда все сделала сама, что ты? Нормально? Целовальная щука, что? Или перед перекатом, или после переката. Что-то должно же быть. Но не целовальная. Больше нам целоваться не надо. Какие здесь все-таки елки. Вот здесь все были поля. Вот все были поля, которые тут пахали, что-то сеяли, убирали. Колхоз отвоевывал в свое время у леса народ. Теперь все, лес обратно завоевал. А Володя поймал целовальную щеку. Чуть меньше воблера. Вот так. Для этого у него бежал окушок. Да, все. А закон никто не отменял. Нам же надо, блин, между этими камнями попасть. Давай, забрасывай, забрасывай. Ну что такое-то? Такой сбой. Ковер сбой. Ну вот сейчас на камушке. О, давай, давай, давай. Назад, 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 назад. О, и очень редко, ну все, нас потащило хорошо. И очень редко, когда поймается что-то в межсезонье такое. Ну, посмотрим, вот здесь вот в затишье, вот здесь он может стоять. Видишь, как тебе, как ты хочешь. Как ты хотел. Ну, и щука может стоять. Щука может стоять вон в той, вон в той воде, там. Пением. Ну, нас потихоньку разворачивают и как надо. Никто пока тут не позарился на наши пластмасски. По камушкам-то хорошо, но. Вот у этого бревна она тут нас с ума сводила. Стояла, грелась у берега. Не ты кидай, но веди поперек. У меня, по-моему, там окушок был. Да, чисто окушок был. Хоть свежечком подуло. Это как бы типа и вращалка не помогла. Так у нее надо. Косодака, работай. Специально даже очки одел, чтобы меня рыба не видела. Не пугалась. Не пугалась, да. Не помогает, не ловится пока. Только что гремела гроза. Возможно, мы сегодня еще попадем под дождь. Не хотелось бы, мы даже с собой дождевиков не взяли, да? Ну, лишнее, чтобы не таскать. Да, лишнее, чтобы не таскать. Выбор щуки офигенный, блин. Но она сегодня...
мелкая. Ничего не хочет, и только мелкая, да. А так здесь очень хорошо, красиво. А на природе все кушается с аппетитом. Приятного всем аппетита. В прошлом году, помнишь, здесь такие завалы были? Зиок, и все. Немножко почистил в этом году, но не так, чтобы очень. Поймал очередную. Ой, порвал и пасть. Целовальную. Опять? Смотри, какую пасть попал. Ну так что теперь? Отпускай она, может выживет. Не выживет, так ее съедят. Все. Голопростоп идем. Скоро речка Яковица. Будет рыба якорица. Ну, Вовка сказал. Вовка должен сделать. А мы целуемся. О, еле-еле тащит, тащит. Вовка, он сегодня рекордсмен. По поцелуям. Если бы он еще не курил, а то это не экологически чистый поцелуй. Рыба об этом не знает. Ну-ка, так ты сюда-то, целуй здесь. Вот. Жмурик. Давай. Давай, жмурик, смотри сейчас. Пиу. Речка Яковица. Щука Яковица. Это не я сказал, сказал Вован. Предположил. Предположил, да. Речка текет из болота озера Яковица. И также в него впадает ручей из Межного. Ну, это для тех, кто не знает географию. Нужна ли нам? Это большая гигантская щука. А так вот, красота здесь, ляпота. Сейчас я заброшу в речку. Это у меня кузов гремит. Это не гром. Ты даже Вовка еще не поймал, да? Ага. Очередная целовальная щука. Сама. Блин, даже пить не надо, да? Быстро идешь, быстро, быстро, быстро. Нет, против течения. Так и что, все равно против течения надо помедленнее вести, оно у тебя хорошо играет. Во, у тебя никто не якорится почему-то. Вообще. Вообще, да. Только дети какие-то. Дети. Да, уже съел, поймал. Гад такой. О, чё бы? Рыба в Нелинге есть, есть. Ну, ее очень много, ну, она маленькая. Прошла минута, да, Сашка, ты поймал? Да, я только что недавно поймал. Отпустил так же. Отпустил, да. Ты что, ты не хочешь пить, да? Вован, скажи честно на камеру. Она не хочет, чтобы пили. Ты скажи мне честно на камеру, скажи. Я не хочу, скажи. На
надоело мне уже пить. С такими щуками. Да, руками в руках подержал, поцеловал. Зашел. У нас этих щук в этой Нелинге, но просто завались. Завались. Да я запись пошла. Ну что-то есть. Большое, но. Там еще бревно. Ай-яй-яй. Оп, сошла. Эх. А хорошая была щука. Мошка? Опа, 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 опа. Что-то есть у бегемота. Целовальная, не целовальная. Ну, уже отцепилась. Гоу просто питьё. Опа. Ну, подсак. Ну, хоть что-то. Хоть что-то, блин. Серьезно. Ну что? Вован, даже вот из-за этого, блин, адреналина, блин. Ты навел меня. Я поймал. Такая дурная. У нас с собой, с тобой нету ни самых, ни пассатижев. Трава примята. Похоже, что здесь либо медведь, либо бобер. Кто-то здесь выходит на берег. Кто-то тут присканулся. И Вова решил поймать. Большой воблер. Большой воблер. Сейчас мы... Я думаю, что это был не хариус, а маленький хариус. Маленький хариус? Да ну. Это, наверное, кушок. Это вообще, блин, это поцелуйчик. Да что за такое, ну такие. Да вот такая вот фигня, блин. Целуй. Да, все. Вот такая вот у нас сегодня рыбалка. Поцелуй рыбалка. Продуктивная такая, да. Есть? Так. Не большенькое, но что-то. Чего свечение не проходит, значит все хорошо. Смотри, копчененькое. Копчененькое. Конечно, копчененькое. 600 грамм. Что-то у нас потащило опять. Она у кого снят? Да чего она укололась, Саш? Назад бы долго. Не понимали бы ее. Сейчас мы можем... Опа! Блин, она опять взяла. Ну, не укололась, называется охота уже, охота. Вы все говорите, что рыбалка это просто рыбалка? Нифига. Рыбалка это охота. Поймала через меня. У тебя? Маленько. Конечно. Нифига себе маленькая.
Нифига. Да, он говорит, ты лови свою, выпьем за мою, говорит. Да, вот приходится под аваном работать. Подождите. Опускайте. Нету? Здесь? Не, вон там, вон там, вон там. Спини, 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 спини. Лозочка. Бросить. Какая поцевальная, целовальная. Ну, как понимаю. Он заглотил еще. Достать. Оп. Есть, да? Ну, а голодная. Ничего себе. Они большая маленькая. Как обычно. Ушла, да? Само собой. Ну и хорошо. Комаров все больше и больше. Рыбы все меньше и меньше. Да. Вот мы прибыли в наш омут, на котором заканчивается наша сегодняшняя рыбалка. Отдохнули сегодня. 100%. Поймали немного, но шучка была и на 1,5 килограмма, да? Да. Знали, нет? Не знаю. Ну, ладно. Ну так хорошо было, отдохнули. А мелких щучек было. Ох, ох, ох. Все подпускали хорошо. Всех отпустили. Любимое место за камушком. Тем более еще в вечернее время, когда еще есть будет время пройти. Поднимайся, брат. На сегодня у нас все. Завтра мы сюда вернемся и продолжим путь до Павловской.
Пришли домой. Даже еще не зашли в дом. А тут раз, дождь. Дождь.